Привет, ребята! В эфире сюрприз-шоу! Мы не зря здесь с вами собрались. Вашему вниманию представлены различные строительные инструменты. Пила. Молоток. Кисточка. Здрасте, здрасте. Молоток, ты уже готов к участию в викторине? Да, я уже готов отгадывать загадки, решать примеры и отвечать на вопросы. Молодец! Молоток! Вырастешь, кувалдой будешь. Первый вопрос из области геометрии. Взгляните на экран. Какая из представленных на экране фигур лишняя? Квадрат, треугольник, круг, пятиугольник. Наверное, все лишние. Может, имеются другие варианты ответов? Ребята, вообще-то лишний круг, так как он, в отличие от других фигур, не имеет углов. Молодец! Молоток! И ты получаешь одну овсяную печенку с шоколадной крошкой. Ребята, вы готовы к следующему вопросу? Мы-то готовы, а вот пила... Ой, извините, я чего-то немного задумался. Следующий вопрос из области планетологии. А что такое планетология? Такое смешное название. Это наука, изучающая планеты, их спутники и всю Солнечную систему в целом. А теперь вопрос. Скажите название планеты, на которой мы с вами живем. Я знаю. Эта планета называется Земля. Молодец, пила. Это правильный ответ. У тебя теперь тоже есть одна печенка. А если бы ты не отвлекался, возможно, у тебя их было бы две. Следующий вопрос про ягоды. Внимание на экран. Какая из представленных ягод не растет на дереве? Вишня, арбуз или слива? Кажется, я знаю правильный ответ. Это арбуз. Кисточка, ну ты даешь. Какая же это ягода? Разве могут быть такие большие ягоды? Кисточка, ты большая молодчина. Арбуз – это ягода. И растет она не на деревьях, а на земле. И последний вопрос на сегодня. Но он будет очень сложный. И придется хорошенько подумать. Я готов, как никогда. Итак, вопрос. Какой из представленных животных самый быстрый? Гепард, черепаха, медведь. А что значит быстрый? Тот, кто развивает наибольшую скорость за короткий промежуток времени. Кажется, я знаю правильный ответ. Из этих животных гепард самый быстрый. И это правильно! Молодец! Молоток! Ты получаешь вторую печеньку. И так как вопросов больше нет, ты становишься победителем в этом соревновании на сообразительность. Ура! Я большой молодец! Вы все большие молодцы! Но кто сегодня не победил, сильно не расстраивайтесь. Вы обязательно победите в следующий раз. И помните, главное не победа, а участие. Щелкни на картинку, чтобы посмотреть следующий мультик. И не забудь подписаться на наш канал.